Это тот самый вкусный и полезный суп, который я обожаю. Давайте приготовим. В кастрюле отвариваем мясо. У меня сегодня индейка. Пока мясо готовится, в это время очищаем и нарезаем картофель. Теперь нарезанный картофель отправляем в кастрюлю к мясу. Продолжаем варить на среднем огне минут 10. Готовое мясо индейки достаем из кастрюли. Отделяем мясо от костей и отправляем обратно. Приготовим зажарку из лука. Репчатый лук мелко порубим и обжарим на растительном масле. Пассируем лук минут 5 на среднем огне до золотистого цвета. Готовую зажарку из лука снимаем с плит. Теперь займемся щавелем. Щавель хорошо промываем и отбрасываем на дуршлаг. Далее нарезаем и опускаем в кастрюлю. Следом добавляем зажарку из лука. Далее куриные яйца перемешиваем венчиком до однородной консистенции. Вливаем яйца тонкой струйкой и постоянно перемешиваем. Добавляем нарезанную зелень, у нее укроп и петрушка. Солим, перчим по вкусу и добавляем лавровый лист. Все специи добавляйте на свой вкус. Перемешиваем, даем супу покипеть 1 минутку. Готовый суп снимаем с плиты и даем ему время немного настояться. Готовый суп подаем со сметаной. Получается очень вкусный, сытный и полезный. Желаю всем приятного аппетита и хорошего настроения.